Рецепт приготовления сытной закуски из цуккини и помидоров черри. Разогреть духовку до 200 градусов. Перемешайте вместе помидоры, 4 зубчика чеснока, сахар, половина чайной ложки соли, 3 столовые ложки масла, тимьян, майоран в большой жаростойкой сковороде, желательно чугунной. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Помидоров черри 700 грамм, зубчиков чеснока 9 штук, сахара 1,5 чайных ложки, соли молотый перец 1 по вкусу, веточки тимьяна 3 штуки, веточки майорана 3 штуки, цуккини 2 штуки, веточки базилика 2 штуки, лимон, цедра 1 штука, воды 1/4 стакана, кедровых орехов 3 столовые ложки, каперсов 2 столовые ложки, количество порций 8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь на скорую встречу на канале.